Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Не забудьте подписаться, если вдруг вы этого еще не сделали. И сегодня мы с вами готовим очень вкусную и простую шарлотку с абрикосами. Вообще, это универсальное тесто, поэтому я вам советую сохранить рецепт, чтобы потом готовить шарлотку и с другими начинками тоже. Нам понадобится мука, сахар, яйца и абрикосы. Но, как я уже сказала, такую шарлотку можно готовить абсолютно с разными начинками. И сначала мы с вами подготовим абрикосы. Их нужно помыть, высушить или вытереть бумажным полотенцем, разрезать на половинки и удалить косточки. В конце лета и осенью я всегда готовлю шарлотку точно по такому же рецепту, но только с яблоками, а зимой часто делаю с мандаринами. Получается всегда очень вкусно, потому что тесто удачное и готовить его легко и просто. Но сейчас все сами увидите. Подготовленные для начинки абрикосы пока что убираем в сторону и займемся тестом. Разбиваем в чашу миксера или в какую-то другую глубокую емкость яйца. Яйца нужно разбивать целиком, белки от желтков отделять не надо. Затем начинаем взбивать яйца с помощью миксера. Можно, конечно, это делать руками, но получится намного дольше. Если миксером вы будете взбивать тесто примерно минут 10, то руками минут 30. Когда яйца немного взобьются, начинаем постепенно добавлять сахар и взбиваем яйца вместе с сахаром примерно минут 7-8. Масса должна побелеть и стать очень пышной. Потом добавляем к взбитым яйцам муку и перемешиваем лопаточкой. Миксер нам здесь уже не пригодится, просто мешаем лопаточкой или ложкой, сохраняя пузырьки воздуха, которые остались в взбитых яйцах. Теперь берем форму для выпечки, застилаем ее бумагой и выливаем наше тесто. Сверху на тесто выкладываем абрикосы и слегка их вдавливаем в тесто, чтобы они оказались внутри. Если вы готовите такую шарлотку с яблоками, то нарезанные яблоки можно сразу добавить в тесто, перемешать тесто с яблоками и уже эту массу вылить в форму. Готовим пирог в разогретой до 190 градусов духовке примерно 30-35 минут. Посмотрите, какой он красивый, пышный, воздушный. И главное, что с рецептом нет никаких заморочек. Мягкое, воздушное и сладкое тесто и слегка кислые абрикосы. Мне кажется, это идеальное сочетание для летнего пирога. Обязательно попробуйте приготовить и напишите в комментариях, как вам рецепт. И не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписывайтесь на мой канал и на другие соцсети тоже. Увидимся!